ему, когда вы его били, соответственно, прямо говорили, что ты слишком многих здесь защищаешь, защищаю себя, здесь никого защищать не нужно. Я прям это слышала, и в общем, тоже страшно было, потому что требовали, чтобы он убрал руку от лица, и чтобы они... Чтобы им удобно. Да, чтобы сильнее его ногой ударить по лицу.